Тверском центре образования номер 49 в микрорайоне Южный идет капитальный ремонт. Эта школа стала третьим общеобразовательным учреждением города, где в рамках государственной программы развития образования проходят масштабные работы. Первый раз школьники, родители и педагоги Центра образования собрались на заседание рабочей группы еще в апреле. Обсуждали дизайнерские решения, говорили о том, как изменится школьная инфраструктура. Основная часть предложений была учтена в проекте. Получится вдохнуть новую жизнь уже в старую школу. Важно, что здесь создана рабочая группа, и в эту группу входят все участники образовательного процесса, и дети, и родители, и педагоги. И совместно, я думаю, то, что будут модернизированы кабинеты, и получится замечательная новая школа со старыми традициями. Сейчас здесь ремонтируют спортивный зал, уже готов настил для нового покрытия. Стены и потолок расчистили от старой краски. Кроме того, ведется подготовка к монтажу стояков отопления. Преобразится школа и снаружи. Фасад учебного заведения будет разительно отличаться от прежнего. Школа будет, да, очень светлая, такая вот воздушная. Будет присутствовать молочно-белый, такой изумрудный цвет, слегка кирпичный, такой в оранжевый оттенок, графитовый. Мы считаем, что то цветовое решение, которое мы выбрали, аккуратно впишется у нас в микрорайон. Бывший ученик Центра образования, депутат Тверской городской думы Максим Жирков наблюдает за каждым этапом преображения родной школы. В 1990 году я здесь был первоклашкой. Пошел в первый класс в эту школу. Вот она мне и запомнилась таким же цветом, красным, в таком же состоянии. Ну, сейчас, соответственно, будет ремонт нового. Это действительно, наверное, такое же важное событие, как и открытие новой школы в микрорайоне Южный. Полностью все изменится, фасад и так далее. И две таких уже будут достаточно современных школы. На время капитального ремонта ученики Центра образования номер 49 будут обучаться в близлежащих школах микрорайона Южный. Ремонтные работы продлятся до начала учебного года в 2025 году.